кто тут такие маленькие котечки лежат? Всем привет, друзья, с вами Амик, и мы продолжаем играть в симулятор кота и кошечки. Ну что же, я хочу очень сильно сегодня новый скинец, и он стоит сколько, интересно, монет? 300 котеечных монет, ничего себе! У меня на данный момент есть только 103 котеечных монетки. Это слишком мало. Нужно будет копить. Кстати, это порода русская голубая. И, слушайте, прикольно она, очень круто выглядит. Давайте описание прочитаем. Глаза изумрудного цвета. Прекрасная шерсть с легким серебром. Кто может посоревноваться с ними в красоте? А кто же? Короткие, деликатные и в то же время невероятно игровые русские кошки. И что же у нас, какие будут параметры? 25% количеству здоровья. О, это хорошо, это здорово. 175 к опыту за помощь фермеру, козе или поросенку. Вот это очень круто. Это мега круто. Давайте, друзья, быстрее отправляемся в мир и будем справляться с квестиками. Кстати, друзья, обязательно ставьте свой лайк, чтобы мы с вами побыстрее сделали новую серию. И, кстати, ищите обязательно в ролике очень важные промокодики, которые вы сможете активировать и получить крутой бонус в игре. Ну что же, побежали дальше бегать, искать монетки, потому что нам их сегодня очень нужно большое количество найти. И, естественно, я попытаюсь их... О, ничего себе, мы что, не смогли запрыгнуть? Естественно, я попытаюсь сегодня очень много чего найти из монеток, но нам нужно охотиться, нам нужно постоянно охотиться. Эй, мышка, куда же ты? Куда же ты, мышечка? Кстати, да, нужно отбегать немножко назад, чтобы справляться с врагами. Может быть, это нам бы помогло. А нет, ничего нам не помогает. Нужно подкрепиться. У нас есть задание. Нужно охотиться на зайца. Ну ладно, хорошо, мы поохотимся сейчас на зайца. Только вот нужно немножечко просто покушать. Так, у нас есть мышка впереди и там павук. Павука слишком много. Кто это тут? Кто это тут такая маленькая мышка? Ать. И мы вроде как с ней справляемся. Да, наша мама с ней справляется. Отлично, пускай мама теперь... А, нет, все-таки я поел, да? Я думал, что маму покормить. Нет, в итоге получилось, что сам себя покормил. Слушайте, а с лисой мы справимся или нет? А ну-ка, лисичка Патрикеевна, а ну-ка, иди-ка сюда. 372 здоровья. Ну-ка, давай. Попробуем с ней справиться. И надеюсь, то, что, ну не, мы должны с ней справляться. Но у нее урон очень приличный. Она нас практически победила, друзья. Воу, полегче. Она нас практически победила. Если бы я был не такой сильный, она бы с нами справилась вообще очень легко. Смотрите, здесь еще есть монетки. Нам действительно сегодня очень много нужно монеток насобирать, потому что я хочу новый скинец. Очень сильно хочу новый скинец. Бадабум! У нас есть 113 уже котеечных монеток. И да, нам нужно искать зайца. Заяц вон. Давайте немножко покушаем и отправимся на охоту, пока восстановится у нас здоровица. Кстати, друзья, как вы назвали своих котофеев? Как вы назвали своих котеек? Пишите в комментариях имена для котеек. Кстати, я тоже хочу очень сильно выбрать, но я, знаете, немножко жду тот момент, когда мы с вами соберем максимально прикольные какие-нибудь имена, и я могу назвать не только себя и маму, но и котят. Да, вот так что пишите свои варианты, я потом выберу прямо всю семью сразу же и назову. Так, заяц начнет сейчас убегать, да? Эх, заяц, попрыгает. Жалко, тебя остановить нельзя. А ты сам остановишься, развернешься, начнешь кусаться. Ну я что же начну в ответ кусаться? Ты что, надо было бежать тебе дальше. Все, я задание выполнил. Давайте посмотрим, что же нам еще задание какое выдадут. Кстати, нужно еще посмотреть, может быть... О, как раз нужно попить и задание попить. Отлично. Так, давайте сбегаем вот сюда. Ну ладно, давайте за мышкой тоже сбегаем, почему бы нет. Эй, мышка, остановись! Ничего себе! Вы посмотрите только, сколько здесь мышей! Они просто...
Что они сейчас со мной наделают? Я... Нужно отступать. Нужно срочно отступать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здоровица. Ой, мы с вами проиграли. Ну ладно, ничего страшного. Уровень 16 достигнут. Это здорово. В смысле? Мне за... Чего? А за что мне уровень дали? Я вроде не должен был получить уровень. Слушайте, монетки надо отыскать. Новое задание. К сожалению, прошлое задание пропало. Либо каким-то образом мы его выполнили. Не понимаю, каким, но мы его выполнили. Ну да ладно. Так, сколько нам нужно монеток? Мы сейчас их насобираем как раз-таки. Раз, два, и нужно еще трис. Где тут трис? А вот и трис. Отлично. Оп-оп-оп. Тут главное никаких, чтобы багов не было. А то, мало ли, баги начнутся в игре. Кстати, друзья, пишите обязательно, у кого есть какие баги. Мы их немножко посмотрим, рассмотрим. Ну и отправим, естественно, разработчикам, чтобы они смогли с ними справиться. И вообще, всегда нужно так делать в играх, а не использовать эти баги в своих целях. Каких-то корыстных, да? Так, давайте-ка мы за новой мышкой начнем охотиться. Здрасте, мордасти. Нам, кстати, нужно сходить еще на босса. Почему-то давно мы с вами на боссов не ходили. Нужно будет сходить действительно на босса. Так, моя хорошая, покушай. Малышки пока оставим, да? Пускай она кушает, а мы пока отправимся. Опа! А что это я промахнулся? Оп! Оп, отлично. Все, у нас 137 котофеевных монеток, да? Котофеевных монеток. Так, вот еще монеточки мы с вами насобирали. Просто слушайте, в больших количествах. Так, охотиться на мини-босса. А, так это ж изи. Легче просто не бывает. Ага, нам нужно развернуться и идти по дороге. По дороге в какую сторону только? Так, сейчас мы поймем, в какую нам сторону нужно идти. Правильно ли я иду или нет? Да, вроде правильно иду. Все, нам можно даже не... Ну, можно даже не поворачивать, действительно. Можно просто идти вперед и искать босса. Интересно, кто это будет? Просто в прошлый раз я помню, что там был босс. Это... Павук. Да, это действительно был павук. Но сейчас я надеюсь, что босс будет какой-нибудь интересненький. Прямо сильный, серьезный. И у меня что-то такое ощущение, что это енот? А нет, это не енот. Фух, меня заметили! За мной бежит! Так, нужно от него убегать! Отстань от меня, енотик! Я аж испугался! Отстань от меня, енот! Ай, ты чё за мной носишься? Ладно, давай его закусаем просто, да и ещё. Чё он за нами бегает? Не, он, слушайте, не перестал за нами бегать. Я заодно хоть забрал монетку. Ладно, давайте немножко спрячемся. И вот на этого... Ого, посмотрите на этого паука. А он очень опасный. Так. И, оп, ой, что? Что произошло? Я вылетел, друзья. Эй, а что с камерой у меня? Так, вроде как 10 монеток мы с вами получили. Слушайте, быстро как идет. Монеточки мы просто в карман получаем каждую секунду. Так, посадить овощ. О, проще простого. Я с этим очень легко справляюсь, потому что я самый лучший огородник на свете. Самый лучший. У меня самый большой огород на свете, наверное, в скором времени будет. Пока что, конечно, не самый большой в мире, но в скором времени точно будет. Снова, слушайте, на меня сегодня что-то еноты охоту хотят еноты меня просто победить. За что вы на меня так обиделись? Я не понимаю, за что ты на меня так обиделся? Хватит. Ну что ж ты за мной бегаешь? Ладно, ничего страшного, мы заодно и опыт получаем. К сожалению, за него монеты не получаем. Да, это единственный минус того, то что мы не получаем монеты. Так, ну да ладно, вот тут есть монетка раз, вот тут есть монетка два. И пошли мы сразу огород выращивать. А что нам еще делать? Кстати, огород нам действительно дает очень большие, хорошие параметры, за счет которых мы очень быстро сможем и прокачаться, и повысить силы наши. В общем, все у нас будет, я думаю, хорошо. И да, мне, кстати, тут немножечко рассказали, как лучше действовать с квестами, которые нам дают фермер, коза и поросенок. Да, лучше их выполнять только тогда, когда вот в этом квесте будет. То есть вот помощь по квестам, это вот только когда здесь вот будет задание, помочь одним из этих поросят, в общем, ну, задать одно задание, только тогда это все выполнять, чтобы быстрее прокачиваться. Так, 2% скорости наступления жажды.
Нет, давайте попозже это посадим, посмотрим, что здесь есть. Морковку, вот скорость передвижения. Вот скорость передвижения, пожалуйста, только минус 25 золотых. У меня рано или... А, хотя вернули 5% золотых. Ладно, хорошо, нам нужно охотиться теперь на павуканов. Окей, павукан так павукан, я чё, против что ли? Я на любого готов сейчас охотиться, главное, дайте мне золотишко. Побольше золота, хочется к себе в коллекцию. Так, мамочка, кушайте, нам еще нужно попить водички. У нас сколько монет-то вообще? У нас 139 монет. Нам, скорее всего, и не хватит. Ну ладно, ничего страшного. Если мы сегодня монетки не получим, в этом ничего такого плохого и не будет. Да? А что в этом такого плохого не будет? Мы же копим. Рано или поздно мы точно накопим ту самую сумму, которая нам нужна будет для того, чтобы прокачаться. Ой, вернее, для того, чтобы прикупить нам скинец. Ой, мы даже допрыгнуть не можем. Да, это действительно плоховато. Эй, а что с нами такое? Мы даже допрыгнуть не можем. Ну ладно, давайте, у нас все бафы слетели, да, от квестов. Эх, мы вообще мало каши ели, по ходу дела. Мало мышей, мало павуков съели. Из-за этого у нас тут такие проблемы с прыганием. Отлично. Ладно, собираем потихонечку золотишко. И вон пойдем до того павукана. Тоже его победим. И... А ну-ка. Иди сюда, павукан. Павукан, иди сюда. Эй, кусака. 15 уровень. Ну, слушайте, получили мы за него еще свои... процентики, свои опачки и золотишко. У меня 150 золота, нам еще нужно 150. А где мы это наем все? Нам нужно срочно водички попить. Побежали быстрее воду пить. Сегодня одни квесты выполняем, действительно. Сегодня очень быстро стараемся выполнять квесты, чтобы получить себе в карман небольшую такую сумму денежек. Так, ну что же, что мы можем еще придумать для себя? Что мы, какие квесты нам еще интересно дадут? Пока кисочки наши пьют. Какие они хорошие, да, все-таки? Какие они классные. Так, все-таки пока они пьют, нам лучше с вами посмотреть заданец. Нам нужно сейчас покушать, заодно мы покушаем с вами и пособираем монетки. Яблоки пока будем есть. Ну-ка, сколько яблоки восстанавливают нам энергию? 20% нам восстанавливает энергию еды. Окей, без проблем. Так, есть тут еще монетка, я вижу, в кусте. Оп! Отличненько, и нам можно с вами еще где-нибудь еды найти. А вон яйцо лежит. Отлично, давайте яйцо тоже съедим. Сколько яйцо нам прибавит? Ну-ка, где тут яйцо? Вот, отлично. А то что-то я не мог пройти через эти ветки, да. Так, тоже 20% нам дается пищи. С одной стороны, конечно, неплохо. С другой стороны, посмотрим. Нам нужно сдать задание. А задание где мы с вами можем сдать? Так, коза, где она находится? Коза-дерегоза, нам нужно развернуться и идти по тропе. Хорошо, в принципе, без проблем. Так, нам нужно еще вот сюда сбегать, чтобы яйцо взять себе в рот и побежать до козы. Вот, следующее задание, прям до козы надо бежать. Ничего себе, как далеко бежать до нее. Но чем быстрее мы до нее дойдем, тем быстрее мы зададим задание и получим новое, что самое главное. Так, ну что же, друзья, обязательно, кстати, ставьте лайк, чтобы серии были... было побольше. И ищите промокоды. Обязательно ищите промокоды в игре, потому что... Ой, вернее, в ролике. Потому что я вам их раскидал. Их обычно в ролике 5. Ну, а может быть, я больше кинул? Посмотрите внимательно. И активируйте их, чтобы получить бонус в игре. Я вам просто напоминаю. Ну что ж, побежали мы тогда до козы. Нам все равно до нее очень далеко бежать. Хотя нет, мы приближаемся уже. Все ближе и ближе становимся к ней. Нам еще нужно еще одно яйцо найти и подарить. Зачем вообще яйцо для козы? Она что, наседкой хочет стать? Курицей? Или просто съесть, может быть? Действительно, может быть, съесть она хочет яичко, попробовать. Может быть, никогда в жизни она яичко не пробовала, и тут такая бах, захотела яичко себе вареное. Ну ладно, хорошо, вот еще одно яйцо. Кстати, а где здесь куры? Ни одной куры нету. Действительно, если была бы тут курочка, было бы прикольненько, да? Так, ну что, следующий квест у нас каков? Каков следующий квест? А кто это на нас тут это? Нападает. А что там за следующий квест? Ага, нам нужно поросенку еще сдать задание, но вот единственный вопрос, где сам поросенок? Поросенок, где ты бегаешь, мой хороший? Так, а где реально поросенок? Нам нужно, я думаю, поспать немножко. О, вздремнул. Котейка наш вздремнул, выспался и готов выполнять задание. Кстати, за задание достаточно многовато дают золотишко. У меня уже 178 золота. Отличненько. Бежим вперед. И, кстати,
заодно мы, наверное, победим. А, кстати, вот, поросенку как раз, если хватаешь гриб, то поросенок будет впереди. Окей, так, давайте-ка мы с вами босса попытаемся победить. И босс достаточно силен. Босс, посмотрите вы только на этого босса. А чё, никакой помощи? Никакой помощи нету. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Не, но все-таки победили. Справились мы все-таки. Справились с боссом. Слушайте, неплохо нам дали 182. И это куда коза там пошла, дерегоза? Хорошая моя. Так, ладно, побежали мы к Хрюнделю. Посмотрим, может быть, он нам немножечко поможет с золотишком. И заодно мы ему поможем сдать квест. Ну, вернее, мы ему поможем просто покушать, как я понимаю. Ему хочется очень сильно грибочков покушать. Кстати, тут еще один гриб есть. Может, ему свеженького взять? А ну-ка, давай попробуем свеженького взять. Ну-ка, оп, и свежий ему принесем. А то мы столько несли. Может быть, просто что-нибудь случилось уже с этим грибом по дороге, а мы только-только его принесли. Кстати, смотрите, сколько там еще монет валяется. Ну-ка, сейчас. А мы сможем туда залезть, интересно? Ну-ка, сейчас попробуем. Залезть сможем или нет? Опа! Хо-хо! Ничего себе, мы тут просто запрыгиваем очень легко. Ага. Слушайте, тут просто бывают такие ощущения, как будто бы так кошка прыгает так высоко, что это капец. Так, где у нас тут поросенок? Поросенок, здравствуйте. Мы вам принесли немножечко покушать. Нате, кушайте, на здоровье. Так, нам нужно только еще найти еще один гриб для того, чтобы он был очень счастлив, очень рад. Но мы ему сейчас постараемся его принести. Так, мы еще одну монетку нашли. У нас уже монеток достаточно многовато, но не так многовато, чтобы прикупить прямо сейчас скинец. Очень сильно хочу скинец. И, кстати, у меня же скоро будет новый котеночек. Скоро будет новый котеночек. Я уже жду, не дождусь, когда же это произойдет. Эх, жду, не дождусь. Так, посмотрим сейчас еще, какие квесты. Нам тут дали многовато даже золота. Все, 200 золотых монет у нас есть. Сейчас попробуем покушать. Да, нам снова сказали кушать. Много кушать. Чем больше будешь кушать, тем быстрее ты вырастешь. Все правильно. У нас 18 уровень, и это только начало, друзья, начало нашего пути. Кстати, напишите в комментариях, какого вы уже уровня, как вы уже быстро подросли. Все-таки я тут немножко не играл, да, и я думаю, что вы уже даже подросли в уровне. Кто уже дошел до хотя бы до 50-го? Вы у меня большие молодцы, вы очень быстро прокачиваетесь. Я в прошлом ролике видел, что вы неплохо так прокачались. У кого-то даже есть уже 150-й уровень. Представьте, кто-то уже докачался до 150-го уровня. Это я пока сижу, хромаю на одном месте 18 уровня. Но ничего. Догоню. Рано или поздно догоню и 18 уровнем я скоро не буду. Я уже чуть-чуть мне осталось. До какого? До 20-го. Да, действительно, хочу поскорее 20 уровень. Так, мышка-нарушка, ты куда это там убегаешь от нас? Сейчас мы тебя догоним. Если на тебя квест будет, мы, естественно, его выполним. Так, мы тут не сможем, да, наверное. Новый квест получен, и нам нужно принести яблоки. Яблочки. Где вы, мои хорошие? Где они сидят? Так, а где же яблоки? Чё-то ни одного яблока я так и не могу заметить. Кстати, как только мы сдадим задание фермеру, мы сможем зайти в амбар и там пропрыгать весь амбарчик. Да, и забрать очень много золота. Так, яблоки, где же вы бегаете, где же вы передвигаетесь? А вон они, но они не могут бегать, да, я согласен, но вот они. Да куда там за зайцем, нам заяц вообще не нужен. Быстрее яблоки хватаем и бежим к нашему любимому фермеру. Здрасте, фермер мой хороший. Давайте ему еще принесем. А что это за мной там бегает кто-то? Какой-то народ за мной там бегает. Вы что? Сговорились, что ли? Вы заметили, кстати, очень часто бегают рядом что енот, что лиса. А где вообще волки? Нету волков, да? Действительно, хочется волков в игру очень сильно. Вот прямо, чтобы они были и чтобы они на нас пытались охотиться. Так, ну что ж, мы выполнили задание. Теперь у нас ускорилась наша скорость вообще передвижения. И мы можем бегать очень быстро. Как я понимаю, задание с водой связано. Да, выпить водички. Хорошо, но такие задания мне нравятся. Так мы быстренько все-таки копим свое золотишко. И заодно следим за своим здоровьем. И, кстати, быстрее так намного прокачиваешься. Заметили, да? Мы уже 19 уровень. Вот это да, 228 золота, здоровья, говорю. Так, прыгнем сюда, получим новый квест. А что там за новый квестик? Это надо, как я понимаю, покормить семью. Конечно же, нам нужно с вами покормить семью. Сейчас мы этим и займемся. Почему же у нас все еще не покормлена наша семья? Ну, для начала, я думаю, золотишко соберем, да? Для начала, действительно, это очень важно.
Так, у нас уже 231. Ох, чуть не упал. Я думал, ну усё. Ну усё, думал, капец. Но нет, вроде как собрали все монеты. Собрали действительно все монеты вообще, по-моему, в этом амбаре. Здорово. Как же я рад, что все монетки мы собрали. А вон еще, смотри, одно. Смотри, действительно, вон еще одну монетку мы с вами собрали. Круто. Ладно, попробуем пробежаться дальше. Задание мы выполнили, нам даже кушать не надо. И пробежимся вон до туда. Пока у нас есть возможность прыгать очень высоко, нужно ей пользоваться. Так, смотрим следующее задание. Нужно собрать монетки. Вот, всегда нужно делать, что нам дают квесты, да? То, что нам говорят делать квесты, то мы должны собирать. Так, отличненько. Где тут у нас? Я думаю, что здесь еще могут быть монетки. Нет, монеток нет. Действительно, мы собрали все монетки в этой части, в этой территории. Да нет, нет, спасибо большое. Я за вами охотиться не собирался. Простите меня, пожалуйста, зайчишки. Зайчишки мои хорошие. Так, сюда монетки. Вон еще одна монетка. Слушайте, они постоянно появляются. Это здорово. Это здорово, что они постоянно есть в игре. Потому что монеток очень часто не хватало, я помню, в симуляторе мыши. А, ну, не монетки, там ресурсов очень много не хватало. Постоянно на какой-нибудь скинец, на какую-нибудь новую постройку. Но сейчас это все хватает. Котейка выпрыгнул, я уж думал, кто это такой. Так, нам нужно на босса поохотиться. А босс вон там, смотрите-ка, находится. Сейчас мы на него, естественно, поохотимся. И нам нужно будет... Сколько у нас там снова золота? Я все забываю. 250 золотых монет, друзья. Чуть-чуть нам не хватает до нового скинца. Буквально чуточку не хватает. Буквально немножечко. Ну да ладно, ничего с этим страшного. Ну, как бы, это нормально. Тут постоянно приходится зарабатывать золотишко. Так. Делаем скрытность и попытаемся. Ай, павук. Осторожно. Так, подкрадываемся к нему. И цап-царап, здрасте, павукан. Павуканище мой. Так, друг павук. И, о, смотрите, 10 монет мы с вами получили. Слушай, и 20 уровень мы с вами. Ничего себе, у нас может быть котейка сейчас маленький будет. У нас действительно может быть котейка сейчас маленький будет. И я очень хочу посмотреть, где мы его сможем получить. Нам, видимо, нужно поспать, либо еще что-то, но... Или в логово пойти, или... А тут же логова нету. А где нам тогда малыша получить? Эх, не знаю. Пишите, кстати, в комментариях, помогите мне найти малыша, потому что у меня с этим какие-то проблемы. Что-то я не могу найти малыша, не могу накопить на новый скинец. Ну ладно, ничего страшного, друзья. Давайте так. В следующей серии мы с вами действительно увеличим нашу семью до одного малыша. Так что придумывайте пока ему имя. Ну, а мы с вами прощаемся, да? Ну, мои хорошие, ничего страшного, скоро будет новая серия, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И обязательно найдите уже эти промокодики все, заберите у меня все промокоды, чтобы вы могли спокойненько прокачиваться с удобством. Ну все, всем удачки, всем пока, обязательно ставь лайк, бум, бум, бум.